Дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что наш любимый известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов отбывает наказание в одной из тюрем города Москвы. Он попал туда за совершение ДТП в пьяном виде, где есть погибшие. Сегодня рано утром родственники Михаила Ефремова в сети интернет выложили фото, которое было получено в результате длительного свидания с актером. На фото видно, что актер очень сильно исхудал. Под его глазами синие мешки, кожа на лице и вовсе свисает. Родственники сообщают о том, что Михаил Ефремов практически ничего не ест, так как в последнее время очень сильно болеет. Его уже два раза выводили в тюремную больницу на лечение. Родственники сообщают о том, что может быть в этом году получится его вытянуть из тюрьмы и назначить ему хорошее лечение. Оставайтесь с нами на нашем YouTube-канале, друзья, и смотрите подробности этой истории уже завтра рано утром.